Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Castle Storm. Так, у нас компания Ледяные поля Бладгарда, Лед и пламя, а миссия называется Красавица и Чудовище. Ну что же, победите чудовище, и закончить нужно за 4 минуты. Ну что же, начать бой. А что за чудовище, я что-то не помню. А-а-а, лавовое. Понятно, мы уже как-то с ним дрались. Ага, вся команда в сборе. Отец? Сын? Фрейя? Брат Вик? Сэр Гаррит? Сэр Брутус? Капитан Торвард? Это я. Так ты жив, отец? Я бы так не сказал. Однако у меня остались в этом мире кое-какие дела. Да, например, отомстить вождю Авнорогу. Это он с тобой сделал? Да, он не умеет проигрывать с достоинством. Значит, надо преподать ему еще один урок. Извини, сейчас моя очередь мстить. Ни за что. Стой спокойно и смотри, как бойцы действуют по моему плану. Сын, что я тебе рассказывал о переизбытке рыцарства? Я только хотел защитить ее. Поверь, она уже не нуждается в твоей защите. Она многому у меня научилась. Хотя на самом деле... У меня плохое предчувствие. Ну вот он этот демон. Ну, по крайней мере, снова ему меня не убить. Хорошо, что ты чувствуешь себя в безопасности. А мне что делать? Как видишь, по моему состоянию меня нельзя назвать экспертом по сражениям с лавовыми драконовыми. Замечательно. Из его черепа получится отличный трофей. Мне как раз остался последний дракон для ежемесячного состязания по охоте на драконов. Ладно, вперед. Нет, этого зверя убью я. Пришло время отомстить. Красавица и чудовище. Победи чудовище. Ну что ж, я помню тебя, Драгрид. Так, главное, ребят, чтобы он меня не прожег, а мы будем метиться ему именно в шею. Ага, не хочет, да, просто так сдаваться? Ладно. Сейчас, рано или поздно, все равно он откинет голову. Во-во-во-во-во. Молодец, отлично. Так, сейчас мы должны будем перебежать с вами здесь по-быренькому. И... Так, погоди-ка, а ты-то откуда здесь явился? Братуха, я не понял. С какого лешего? Так, ну что, будем бомбить ему в спину. Так, погоди-ка. Откуда здесь варвары? Я что-то не пойму. Ребят, когда мы в первый раз с вами проходили, никаких варваров не было. Так, секунду, секунду. Так, ну что, опрокидывай голову, парень. Я буду тебе... Во-во-во, молодец, умница. Отлично. Так, а тут у нас кто еще стоит? Ну, естественно, это у нас пушкарь был, по-моему. Так, тихо, идет, крадется такой, типа я его не вижу, да? Так, давай, Драгрид, появляйся. Так, подожди-ка секунду, я немножко разберусь тут. Так, у него еще две точки осталось. Давай кого-то в верхнюю попробуем попасть. Ну, ну что за ерунда? Ну, не могу попасть, ребят, прикиньте. Отлично. Так, пошел прочь. Так, тут еще... Оу. Погоди, погоди, лишь бы, друзья мои, он сейчас огоньком не прижарил нас. Так, а вот этих пускай жарит. Псин этих всяких варваров. Ну, не понял я. А почему, главное, он их не жарит, эй? Нифига. Это несправедливо. Тихо. Это несправедливо на самом деле. Значит, мне можно получать урон, да, от его огня, а этим варварам нет. Давай. Че, не попал, что ли, получается, да? Ну-ка, давай еще разок. Ну, запрокидывай голову-то уже, Драгрид. Вот, молодец. Да ладно. Второй раз фейлюсь. Ну. Вот, сейчас. Есть. Друзья мои, отлично. Так, давай перебегать. Я надеюсь, тут никого нету. Конечно, уже идет, крадется. Но это уже не важно. Нам остается всего лишь один раз ему попасть по спине. Так, погоди-ка секунду. И он, в принципе, отдуплится. Ну, да елки-палки. Ничего сложного нет. У него как-то топорики эти летят. Давай, еще разочек. Ну, немножко осталось. Да ее просто, он специально, что ли, так издевается надо мной? Че, эти викинги тут лезут под руку, так сказать? У меня только один вариант. Я сейчас буду наугад бросать, эти еще викинги тут лезут.
Ух, победа. А враги получили по заслугам, это уж точно. Так, открыт новый снаряд. Метеоритный дождь. Его разрушительный эффект можно сравнить лишь с ордой голодных драконов. Неплохое сравнение. Смотри-ка, я даже за 4 минуты справился. Ух, шикарненько. Ну что же, новое снаряжение, конечно же, я буду брать. А вместо чего взять? Вместо рыбы. Вместо рыбы. Ну давай возьмем вместо рыбы. Хорошо, так уж и быть. Отлично, да? Так, победите вождя Овнорога. То есть, погоди-ка секунду, я буду лично с ним драться? Скорее всего, да. Или же нет. В любом случае, я уровень 1 прокачаю, с вашего позволения. И, друзья мои, поехали в бой. Так, знакомая местность. Ха-ха. Как вы смеете врываться на мою свадьбу? Симпатичная бабочка. И кто же несчастливая невеста? Принцесса, если тебе это интересно. Ого, ты выиграл в лотерею? Вряд ли она соблазнилась твоей красотой. Ее отец в плену у моего союзника, так что у нее нет выбора. Твоего союзника? Ты про лорда Руфуса? Он передал привет Садам Ямы с троллями. Что? Там и для тебя осталось место. Довольно. Мне нужно закончить свадьбу. Сначала придется закончить. Женщины, от них одни заботы. А я еще даже не женился. Месть. Точно я буду с ним Да елки ты... Подожди, это же мой. Да, это мой, сэр. Так, подожди-ка, а ты мне будешь помогать? Или я тут так, как обычно, один должен со всеми справляться? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ладно тебе, оу, ноу. Давай супер ударом своим. Так, отлично. Дай-ка я этого. Вот так вот. На армуль, отходим, отходим, потому что он, когда падает, наносит повреждения нам. Так, 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 так. Да ладно, тут еще и это ползет, ползунья. Дай-ка я ее попробую вот так вот бомбить. Ну, ага, хорошо, хорошо пока идет. Так, тихо. Ну, вот этого мне только не хватало. Пойду разберусь, короче, там. Вот так вот. Где там этот метатель? Опс, двоих сразу же. Максимум дамадж. Так, пойду-ка прикрою своего дружищу. Дружищу. Ну. Давай, 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 давай. Топорики, топорики метаем. Кто там сзади еще? Иди отсюда, мешаешь мне только жить. Так, варвар, вали. Так, тролли подходят. Тролли подходят. Минус тролль. Сейчас мы еще второго с вами подобьем. Ну, давай, давай, там немножко осталось. А где этот самый Овнорог-то? Я не могу понять, когда он выйдет. Овнорожик. Без головы и ножек, ты где? Так, дай-ка я сюда гляну, может быть. Пока никого не вижу. Вижу бронированных слишком юнитов против нас, которые идут. Ну и также обычные сосунки, да? Слушай, интересно, а когда Овнорог-то подойдет? Испугался? Да. Слушай, ну я думаю, что здесь он будет уже бронированным. Так, подожди, я помогаю, помогаю. Помогаю нашему сэру. Так, отлично. Волчара, вали отсюда. Ага, вот, по-моему, Овнорог. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, не надо за мной бегать. Да елки-палки со всех сторон взяли врасплох. Дай-ка я так по... Во! Неплохо, кстати. Упса! Еще давай ударчик. Ой, чуть было не промахнуться, тихо. Куда ты там машешь? На, получил по заднице. Еще получи. Тихо, 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 не надо, не надо. Сейчас я этого ушатаю, а то он мешает мне просто-напросто. Так, ну давай этого. Ой-ой-ой, не получилось, подожди. Хорошо. Хорошо получилось. Да елки-палки, это псина еще тут мешает мне. Давай еще пару ударов, друзья мои. Пару ударов, и все, ему будет крышка. Есть! Ради такого стоит жить. За моего отца я получил достижение.
Открыто новое заклинание «Вождь Авнарог». Переносит на поле боя битвы могучего воина викингов. Хо-хо-хо. Солидно. Так. Воительница Фрейя в сражениях знала толк. В проюбке с платьями сражалась словно волк. И викинги за нею с готовностью пошли. И королевой воинов с любовью нарекли. Ну что ж, друзья мои, если бы я знал, что это у нас будет концовочка, я бы, наверное, прошел бы это все еще в прошлой серии. Ну что же, я могу сказать вам, все, игра полностью пройдена. Ну а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.